А вот и крестьянин, наивный, он хочет заработать себе немножко древесины. Сдохни, тварь. Че, британцы или не британцы? Фиг поймешь, убиваем. Сейчас как раз противник подсолил свою конницу поодиночке. Немножко подвести, конечно же, монахов, чтобы не терять людей. Спокойно, спокойно, спокойно. Вылечивайте, вылечивайте. Нормально все. Подлечимся. Подлечимся, вернее. И продолжим атаку. Сейчас меня будут добивать этой конницы бесконечной абсолютно. Монахов, не трожь, скотина! Микро. Не помогло. Было 4 монаха, осталось 3. Вот это незадача. Давайте вперед, чего встали. Ну, выбирайся уже, выбирайся. Башню надо срезать любым методом, любым способом, любой ценой. Но ее необходимо срезать. Иначе она будет доставать. Так, вот монахов лучше не подводить, конечно. Это главная цель для башни, поэтому не стоит этого делать ни в коем случае. Какой бешеной скоростью они производят войска, это просто какой-то трындец. Просто капитан трындец какой-то. Ресурсов у них, по-моему, бесконечное количество. Насчет античитерства компьютера я, видимо, погорячился. Поспешил. Блин, минус все лучники. Неприятно. Надо, конечно, первым делом конюшню долбить, но ладно. Подолблют бараки. Наплевать. Давайте быстрее, 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 быстрее переключаемся на конюшне. Лучников не осталось. Поэтому срочно нужно уничтожить продакшн противнику. У нас очень ослабли силы после потери лучников. Они все-таки неплохо по домам дамажат.
Я думаю, здесь уже такого ничего не случится страшного-то, непредвиденного. А здесь нужно добывать древесину. Я что-то завтыкал с этим. Вот. Лес здесь, конечно, потрясный. Сейчас его не будет. Я чувствую, через 5 минут. Так, заказываем, конечно же, новую пачку рыцарей. Наверное, кроме них уже слабо имеет смысл что-то заказывать, потому что они неплохо так рубят. Так, у нас здесь осадная мастерская. Я до сих пор ее не построил. Давайте построим. И что еще можно построить? Да ничего, в принципе, больше не надо строить. Можно еще одну осадную мастерскую построить для скорости. Тихо. Лечи. Блин, не вылечат. Зараза, не тех лечит. А самому мне микрить вообще неохота. Ну, я чувствую, мы здесь слились. Причем конкретно так слились. Видимо. Зараза, а? Жуть. Как так можно было-то? Я их поставил на автоатаку. Они же атаковали всех, кто к ним подойдет. О, это было больно. Это, безусловно, было больно. Надо поднять лимит. Где у нас свободные рабочие? Нет, что ли? Поставим домики на берегу. Это тоже круто выглядит. Что у леса, что у берегу. На берегу, вернее. Все равно выглядит круто. Ну и ждем, собственно, когда рыцарь закажет в достаточном количестве. А также нужно заказать анагры. Ой. Что-то не то. Так, недостаточно золота, прекрасно. О, нехилая пачка к нам пришла-то. Месть, да? Ну ладно, давайте месть. Посмотрим, кто здесь более мстительный. Одного всадника все-таки свалили. Так, ну ладно, пойдет. Еще один любитель сдохнуть пробегает тут. Давай, конечно, удиви меня. Сколько она стоит вообще? 35 золота. У меня что, проблемы с такими цифрами, что ли? Ну, я, в принципе, заказал, конечно, много до этого рыцарей на 1000 золота, наверное. А, и 5 монахов. Это тоже нехило, тоже по 100 золота. Поэтому, в принципе, понятно все с отсутствием золота. Да хорош бегать за этим кретином, сколько можно-то? Догоняйте его, насилие воли, давайте. Оп, нормально.
Вот так и надо было сразу же. А вы ломаетесь тут, понимаешь ли. Так. Ну да, максимум 75. Опять же. Не очень удобно. Ну, мы отправляем рыцарей в освояси. Крепости. Надо все-таки первую крепость-то уже срубить кое-как. Так, здесь золото, довольно большое количество. Мы еще успеем его, думаю, собрать, если у нас будет дефицит какой-либо в этом плане. Но я сомневаюсь про дефицит, конечно. Очень вряд ли он будет. Но рыцарей у нас много. Не знаю, правильно, неправильно такое большое количество рыцарей делать чистых, не разбавленных ничем. Посмотрим. Против крепости должны нормально выстаивать. Это будет весело. Не зря Награ сделал. Придется сносить эти башни. Так, здесь еще и нарываются. Что ж, давайте снесем парочку башенок. Развлекухи ради. Надо это делать как можно быстрее. Блин, да что ж такое-то? По своим, что ли, долбил? Нехило. Четырех рыцарей потерял. Круто. Они там еще и заказ сделают, да? Замечательно. Так. У нас осадник. 4. Что у них там происходит? Почему так хреново лечится? Вот попробуй здесь пробей эту оборону. Тут и стенка, и все, что нужно, в общем. Для хорошей попа-боли. Солдаты еще, которые будут отвлекать постоянно. Надо как-то разрушить эти ворота. Как-то. Как-то и чем-то разрушить ворота. А вот как и чем, непонятно. Ну, понятное дело, что анаграми, конечно, но... Рыцари половину я слил. Ну ладно, вроде до анагров не должен доставать замок. Просто так. Поэтому ворота, наверное, мы сможем уничтожить, а дальше уже там... За уничтожением крепости дело не постоит.